Продолжается подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. В округе профилактический ремонт проводят сразу в нескольких котельных и центральных тепловых пунктах. На одном из объектов теплоснабжения, где проводят реконструкцию, побывал Владимир Ружицкий. Чистим горелки, выбираем кирпич грязный, который упал, свалился сейчас. Котельная на улице Ленина в Октябрьском была построена в 1980 году и обслуживает 15 тысяч населения поселка. Мелкий ремонт оборудования здесь проводят по мере необходимости. Теперь настало время модернизации самой котельной. Проводим работы плановые по ремонту котлов, вот как раз ДКВРы. Там проводим кладку, меняем экраны. Далее проводится работа по замене запорной арматуры в узле химводоподготовки. Замена труб. К ремонтным работам и замене оборудования здесь приступили 27 июня. Насосы уже заменили на современные и более эффективные. Электроэнергии они потребляют меньше, зато тепла дают больше. Мы котельную в понедельник остановили. И стоит задача в течение 2 недель сделать по максимуму вот эти работы, дабы людям дать горячую воду, потому что это тоже от котельной. Тепло в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в округе дает 81 котельная. На конец июня к отопительному периоду люберцы готовы более чем на 30%. Готовность жилого фонда и объектов теплоснабжения должна быть полностью обеспечена до 1 сентября. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.